А у берегов Греции потерпело крушение судна с мигрантами. Сейчас идет поисково-спасательная операция. Работать специалистам приходится в темноте, а также в сложных погодных условиях. Место происшествия окружают отвесные скалы. Все мигранты находятся в воде. Инцидент произошел у острова Кетира. По предварительной информации, около 100 мигрантов находились на борту парусника, который ударился о скалы и разбился. В район бедствия направили катер береговой охраны, грузовые суда, находившиеся в этом районе, а также военный вертолет.